Меня зовут Ваня, мне 37 лет, и я евангельский христианин. В детстве, когда мне было 7 лет, мне снились разные сны, они были странные. И в какой-то момент мне приснился Бог. Ну, в смысле, не вот такой Бог на небесах, а мне приснились иконы. Ну, мое представление о Боге как о православном таком что-то. Ну, то есть, потому что другого представления не было. Это были как будто вот какие-то иконы. Я сказал, мама, мне вот, ну, Бог снится, и она такая, типа, окей, хорошо, и как-то вот меня крестили. Вот. Ну, и потом я жил-жил, ребенком, 7 лет, мы с родителями пошли в горы. Я родом из Сибири, в город Новокузнецк, и мы пошли там в горы, поехали в горы с семьей. И когда мы шли в эти горы, мы переходили горный ручей, он был по колено даже мне. Через 2 дня, пока мы там были, все время шли дожди. И мы решили вернуться домой, потому что шли дожди, и было не круто. И когда мы возвращались, этот ручей, который был по колено, он стал по пояс, а потом даже по грудь взрослому человеку. И то есть это уже была такая нормальная взрослая горная река, которую перейти обычному человеку было очень-очень рискованно и опасно. Не говоря уже, что есть еще 7-летний ребенок, которого надо как-то перетаскивать. И стоял вопрос, как это вообще сделать, потому что, ну, мой папа, он не вот чтобы сильно, ну, там, сильный мужик был, да, то есть, в смысле, сильный, но рюкзак, еще ребенок, это было странно. И как-то вот какие-то сомнения, и почему-то я внутри себя сказал, ну, если мы перейдем через эту реку, то, Бог, я в тебя поверю. Я не знаю почему, то есть это какое-то вот, ну, иррациональное, нелогичное было. И тут, на другом берегу, вообще на другом берегу были какие-то ребята, которых сейчас бы назвали хипстерами. Это были такие ребята в очечках, и они стояли с зонтиком. Они кинули нам веревку, и они держали веревку одной рукой, а второй рукой они держали зонтик. Мы такие, типа, чё? Ну, то есть, как бы, вот эта веревка, за которую будет идти взрослый человек, и вот через поток вот держаться за нее, мы, ну, вот вообще растерялись. И когда я сказал, что если Бог ты есть, то мы перейдем через эту реку, появился какой-то дяденька, вот, я считаю, что это ангел. Конечно, наверное, это, ну, был обычный реальный человек, но для меня это как ангел. Его звали Геннадий, до сих пор знаю, помню это имя. И он такой, типа, так, ребята, сейчас я все сделаю. Он показал, куда надо идти, где еще надо перевязать, закрепил веревку и там сказал, что как надо там на камни наступать. И он был вообще прошаренный в этом. И батя мой взял меня, ну, на рюкзак меня повесил, и мы пошли. Было страшно, ну, как страшно, сейчас мне страшно. Когда я был ребенком, мне было просто, ну, забавно, о, прикольно. Вот, я перешел, как бы, ну, и окей, ну, типа, поверил, да, то есть. Ну, потом я жил, как-то ходил с бабушкой в православную церковь, один раз пытался поститься, ну, и оно как-то так вот было. А потом уже меня пригласили, ну, в 90-е годы. 7 лет, да, в протестантскую церковь. Моя мама сказала, типа, какую-то секту моего ребенка затягивают, я пойду вместе с ним. Мы пришли в церковь, это был, ну, как всегда, там какой-то кинотеатр, типа того, и там играли на пианино, там пели, и на русском языке была проповедь. Просто обычная проповедь, ну, взрослый человек в костюме на русском языке говорил какие-то слова о Боге. Без непонятных штуковин, без, как бы, вот, каких-то непонятных ритуалов, просто говорил, это было похоже чем-то на лекцию, ну, то есть проповедь, да, такая протестантская. И мы такие, типа, о, круто, ну, здорово, классно, ну, пожалуй, в следующий раз придем. А потом выяснилось, что именно в этот день, именно в это воскресенье у них вырубили электричество. То есть электричества не было, поэтому они играли просто на рояле и просто проповедь. Не было ни барабанов, ни бас-гитар, ничего вот этого обычно не было, потому что он сказал, нам, ну, подошли еще прихожане такие, типа, вот, жалко, не было вот там гитар, так бы мы тут зажгли, вот это все. Мы сказали, вау, а вот как бы, наверное, хорошо, потому что вот сейчас мы к этому всему готовы, а тогда, если бы мы пришли первый раз, мы бы просто развернулись и убежали, это было страшно. И мы начали посещать общину в городе Новокузнецке и как-то вот там вот покаялись, сначала мама, потом я, и вот начали ходить в церковь. Вот, это вот такое детство вот у меня было, юность. Вот, а потом, собственно, я приехал в Санкт-Петербург, поступил, ну, вот, учиться, вот, учился в химфармакадемии, не доучился, бросил, потому что, ну, вообще, я всю жизнь был художником. Ну, в смысле, я ходил в изо-студию, рисовал, это мне было очень интересно. Химфармакадемия, она была поводом, чтобы приехать в один из самых красивых городов на Земле, Санкт-Петербург. Я бросил институт, вот, искал всякие работы, подработки, в общем, жил такой пролетарской жизнью. Потом начал опять рисовать, начал заниматься фотографией, потом заниматься видео.
Вот, и знакомился в церквях с разными людьми и познакомился с Алексеем Анатольевичем Власикиным. Он сейчас уже директор медиапортала Телос. И, собственно, сейчас я опять-таки на медиапортале Телос занимаюсь видео. Вот, у меня есть режиссер, у меня есть начальник, куча начальников, слишком много начальников. Но я работаю здесь, и мне это вот очень нравится. И чем мне нравится работать здесь, потому что я работал в других местах, и свадьбы снимал, и фото, и в детских садах. Но я не просто деньги зарабатываю, а я все-таки делаю какое-то благое дело, и вот эти ролики, вот это видео, которое я делаю, ну, кто-то увидит, и Господь через это может коснуться. Я не знаю, как, коснется или нет, но я делаю свое дело, и оно вот, ну, как-то вот работает, как там, пускайте их либо по водам и так далее. Ну, то есть это мой способ, наверное, евангелизация в том числе. Вот. И опять-таки мои друзья, фотографы и операторы, и вот, которые занимаются кино, они спрашивают, а чем ты занимаешься? Я говорю, а вот знаете, вот мы тут снимали ролик, и он собрал на YouTube 2 миллиона, ой, на Фейсбуке 2 миллиона просмотров. Вот. А про что он? А он про православного дядьку, там, про верующего, который спас там 2000 евреев. Ну вот, про веру, про Бога, про то, что это все здорово. И как-то вот оно... Разговариваешь с людьми, и так или иначе, профессиональная сфера или просто о чем-то выводится, о том, что, ну, моя вера, да, это часть меня, и мимо нее просто, ну, никак не пройти. А, вообще, я учился на фотографа у разных людей, в том числе у знаменитого фотографа Юрия Юрьевича Козырева, он снимает войну, военный фотограф, и не только. И он мой, ну, я бы назвал его учителем, ну, прям. Хотя я учился у него на семинаре 5 дней, но вклад, который он у меня совершил, да, он огромен. И он вдохновил меня в том числе делать всякие безумные вещи. И в 2010 году я поехал в Кыргызстан, там была этническая резня, там одна национальность убивала другую национальность, и, в общем, была какая-то жуть. Я уже приехал после конфликта и снимал свой проект на пленочные мыльницы. Пленочные мыльницы, потому что с большой камерой там было реально опасно. Я приехал каким-то образом, и вот на протяжении всего этого момента, как я туда ехал, все как-то складывалось. Ну, я молился, чтобы Господь как-то не покинул меня. Мне было, ну, страшно, да, то есть я не говорю, там, я бесстрашный, вообще нет. Ну, то есть вот реально страшно. Я еду в какую-то незнакомую страну, знакомлюсь с какими-то людьми, да, то есть с одними, вторыми, они говорят, типа, о, Вань, живи у нас, окей, я живу у них там 10 дней, да, потом знакомлюсь с их племянником, он меня водит по городу Ош, да, полгорода сожжено, ну, то есть реально вот районы сожжены. Я встречаюсь с людьми незнакомыми, да, там одни, ну, там, кыргызы и узбеки, они там друг друга убивали, да, а там есть как кыргызские церкви, так и узбекские и корейские, вот, потому что в Средней Азии очень много корейцев, их ссылали. И они мне рассказывают удивительную историю о том, как они спасали друг друга вот, во время резни. Я беру на них интервью, фотографирую, все это здорово. И в один момент я решил подняться на гору Сулейман-гора, это гора Соломона, так называемая, она в центре города. Я иду, мне интересно, все здорово, но у меня же лицо такое русское, да, то есть еще штаны с карманами, ну, турист. И ко мне два кыргызских парня такие подходят с автоматами военные, такие, типа, о, привет, что делаешь? Я говорю, а вот я, типа, гуляю. Вот. И один из них говорит, типа, ну, а как-то узнает, откуда я, говорю, я из Санкт-Петербурга, из России, он говорит, о, Россия, это здорово, ну, Россия нам нравится, классно. А один говорит, типа, слушай, а вот у меня брат в Москве, вот, он там работал, и его там чуркой называли, не русским. Я тут понимаю, что в этот момент я сейчас как бы вроде должен вот, вот есть он, его брат, который несправедливо, ну, вот здесь вот притеснялся по российскому, да, вот этому, по российской теме. И я, который вот сейчас вот могу перед этим всем ответить. И они еще как-то так лихо автоматами там крутят. И такие, типа, вот, мы вот жалко, поздно приехали, а так мы ему тоже там тут вот показали, какие мы классные воины и так далее. Я понимаю, что, Ваня, куда ты вообще залез? Вот есть Кыргызстан, есть Ош, есть гора Сулейман, есть эти два парня с автоматами, которые вот, ну, просто могут отвезти меня за кусты, сделать все, что хотят, и им ничего не будет, потому что здесь всем ничего не будет. И тут мне стало так страшно, что я в душе начал молиться, думаю, Господь, вот просто, пожалуйста, вот сделай что-нибудь. Они такие, так, давай паспорт. Берут мой паспорт российский, без которого я никуда выехать не могу. Такие, ну и все. Все, короче. Вот, я такой, что, короче, ну пойдем к командиру. Приходим к командиру, они такие отдают его.
И, в общем, история не такая вот интересная, как я ее начал рассказывать, да, они показывают командиру, а командир там сидел, чай пил, и такой, типа, отстаньте, короче, идите со своими, вот, он говорит, ну, ладно, все там, типа, Ваня, молодец, спасибо тебе, как бы, вот, гуляй дальше. Она не страшная история, да, то есть тут нет такого, что и вот тут я такой начал свидетельствовать, нет. Но просто когда ты стоишь в какой-то пустыне, да, то есть на горе, да, где никого нет, и есть два парня, которые достаточно озлоблены, и которые не получили своего молодого драйва вот этого от войны, как бы ни трофеев, ничего, и тут есть какой-то русский парень, который вот, и его двоюродный брат, которого там называли черным, да, там узкоглазым и вообще как бы типа не русским, то я бы в следующий раз не хотел оказаться в этой ситуации. Вот. И никакой героизма здесь нет, вот. И это, конечно же, моя глупость. Но я лично верю, что вот моя вот эта безмолвная молитва мне помогла. Хотя бы потому, что, ну, чтобы не потерять лицо, не расплакаться, потому что было очень страшно, очень стрёмно. Я не хотел бы оказаться в такой ситуации заново. Ну и мы разошлись, и все было хорошо. Собственно, я закончил этот проект. И вот я жив и здоров, и больше в такие места езжу аккуратно. Ну и бывают такие штуки в жизни, когда ты живешь, и случается какая-то, скажем так, черная полоса, ну то есть совсем черная, настолько черная, что ты, как я лично в институте, да, я засыпал и думаю, господи, а можно я не буду просыпаться, мне так вот неохота на этот экзамен, да, и, или что посерьезнее, или там когда с женой поругался, и ты думаешь, да вот, ну, идет оно все, и все как-то очень плохо, или с работы уволили. И вот эти моменты как раз это вот то самое, когда вот можно обратиться к Богу и ну, не бояться и не стесняться его, да, то есть не думать, что вот, я не знаю, у меня-то еще не так плохо, вот вы дети в Африке. Не, вот это самое то, потому что есть ты и Бог, вот, и Он Отец, и Он смотрит на тебя, и Он ждет, когда ты просто к Нему обратишься, потому что Бог ничего не может сделать, пока ты Его не попросишь, вот. Это такое вот правило. Так что не бойтесь обращаться к нему. В молитве, в тихой, не тихой, в громкой, орать в подушку. Неважно. Ну, главное просто обратиться к Богу. И он ответит. Вообще не так, как ты ожидаешь. Вот просто не так. То есть у тебя есть какие-то планы, что Бог так ответит? Не так. Но в результате, в конце всего, то есть в конце этой ситуации, это будет хорошо.